Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Якщо у вас є бажання і час, приєднуйтесь до нас. Це розмова на тему. А тема нашої сьогоднішньої розмови – День солідарності азербайджанців світу, який в Миколаєві було відзначено на Старий Новий рік. І у нас сьогодні є в студії голова Конгресу азербайджанців України у Миколаївській області Аладдін Майрамов. Аладдін Айдинович, здравствуйте. Добрый день. Спасибо большое, что вы приехали к нам в студию поделиться радостью и поделиться тем, что буквально несколько дней назад, потому что Старый Новый год еще в памяти у тех, кто его отмечал, он еще пока звенит своими бубенчиками, и именно в этот замечательный день азербайджанцы Николаевской области собрались, чтобы продемонстрировать свою солидарность. Правильно я молвлю? Абсолютно правильно. Добрый день, уважаемые телезрители, добрый день, студия. Дело в том, что у нас День солидарности азербайджанцев, еще наш национальный лидер, ныне покойный Гейдар Алиев, больше 15 лет назад своим указом издал, как День солидарности азербайджанцев мира. Вот, это 31 декабря. Ну, как вы понимаете, что 31 декабря – это большой праздник, это новогодний вечер. Ну, это как семейный праздник, поэтому не получается всех вместе собирать или вместе собираться, отмечать День солидарности. Поэтому мы с нашими аксакалами в Николаевской области решили и объявили 13 января, как на Старый Новый год, День дружбы, ну, День солидарности. И практически уже 4-5 год подряд мы отмечаем именно 13 числа на Старый Новый год. И что буквально мы сделали буквально 4 дня назад, 13 числа, в прошлую пятницу отметили, собрались вместе, отметили этот прекрасный праздник, День солидарности азербайджанцев именно в Николаевской области. Аладдин Айдинович, у нас есть видеосюжет, друзья мои, у нас есть видеосюжет, как азербайджанцы Николаевской области собирались вместе, чтобы отметить День солидарности. Это было на Старый Новый год. Давайте посмотрим. И наш режиссер Вадим, будьте добры, Вадим Кирчев сейчас покажет этот видеосюжет. Вадим, будьте добры. Таке святкування вже стало традиційним. Тим більше, що для азербайджанської діаспори зібратись для святкування є ще одна вагома причина. Сегодня у нас как Старый Новый год, но у нас 31 декабря День солидарности азербайджанцев. Это еще наш национальный лидер Гейдар Алиев объявил об этом. Мы празднуем это. Ну, 31 число так получается, что не все могут собраться, скажем так, да. Ну, праздничный вечер, новогодний вечер, поэтому мы это перенесли на Старый Новый год. Азербайджанська діаспора – одна з найчисленніших на Миколаївщині. А Конгрес азербайджанців відіграє важливу роль в політичному та економічному житті області. Азербайджанці займають по кількісному составу один із лідіруючих міст в Миколаївській області. Вони працюють в різній сфері, в учреждениях государства. Займаються, вони дуже хороші люди торговлі. Ученые, профессора. Мы хотим солидарно выразить уважение представителей национальных меньшин к украинскому народу, в котором мы живем очень давным-давно, и развиваем национальную культуру. Гарним прикладом є життя Камрана Гасанова. Служив строкову службу в Україні, тут і залишився, створив родину. Не залишається осторонь політичного життя. Вже втретє обирається до складу Баштанської районної ради. Є одним зі старішин Конгресу. Це наша ідея – об'єднатися, створити дружбу народів, не то, що азербайджанців, і всього общини. Ми часто всі общини зустрічаємося, общини старішинам і представителям конгресов, разные нации, поляков, греков, евреев. Мы очень дружно с ним относимся. До речі, про мир в нашій багатонаціональній державі говорили всі запрошені гості. Вітали з Новим роком, бажали щастя, а головне – єдності. Це, мабуть, фактор такой, що люди ніколи не будуть конфліктувати між собою, якщо ми будемо знати їхню культуру. И нельзя просто не любить людей,
и даже народы не познакомиться близко. Вот когда люди друг друга знакомят, у нас, наверное, таких разговоров даже в мыслях не придет, что вот люди между собой конфликтовали. Мы, когда встречаемся, мы единомышленники. Мы просто рады друг другу этой встрече, потому что самое прекрасное на земле – это мир. Мы должны жить в мире, в добре, во имя нашей Украины, нашего города. Більш ніж 500 людей об'єднало цьогорічне святкування. Звучали вітання, колорит створювала музика, були й танці, але суто чоловічі, як того вимагають звичаї. І, звичайно, багатий стіл, адже азербайджанці відомі своєю гостинністю. Спасибо, Вадим, что вы показали сюжет. Дорогие телезрители, вы увидели, как отмечали День солидарности азербайджанцев всего миру, азербайджанцы Николаевской области. Аладдин Айдинович, будьте добры, вот мы живем на юге Украины, а сейчас мы увидели столько прекрасных восточных лиц, которые живут здесь, рядом с нами. Как известно, Восток – дело тонкое, и Восток приносит в наш южный край свою мудрость и свою культуру, что, в принципе, очень-очень важно, ну, мне так кажется. Вы абсолютно правы. Дело в том, что у каждой нации есть свои традиции, обычаи. У азербайджанцев тоже по-своему есть свои национальные традиции, обычаи. Независимо от того, что где азербайджанцы живут, в какой стране, скажем, за границей Азербайджана, но все равно мы стараемся придерживаться тех традиций, тех, скажем, национальных законов, которые есть, которые дают возможность развиваться людям, развивать межнациональную дружбу, чтобы уйти от всяких, скажем, острых углов, уйти от всяких ненужных конфликтов и так далее и тому подобное. Масса можно примеров приводить. Вот. И воспитывает будущее поколение в духе азербайджанцев, в духе, как вы только что отметили, Восток – это дело тонкое. Тонкость его означается именно в том, что это очень мудрость, в этом тонкости заложена мудрость, это уважение к старшему, любви, скажем, друг к другу. Вообще, вот если взять 12 заповедей Корана или Библии, да, вот оно, самая основа именно взята вот это, что вот нельзя делать, нельзя, самое главное, пожелать другому тому, что ты, то, что ты не пожелаешь сам себе, да, вот это главная черта. Есть масса других, скажем, национальных традиций, естественно, ну, может быть, не все эти традиции, получается, скажем, в Украине поддерживают, да, но, тем не менее, мы стараемся, вот, и максимум укладываем усилия для того, чтобы придерживаться тех национальных традиций, которые есть у азербайджанского народа. Владимир Владимирович, что свойственно людям, живущим в нашем регионе? Свойственна порывистость, свойственна быстрота, и, ну, иногда и суетимся, чего греха таить. А восточные люди – это в первую очередь, прежде чем что-то сделать, восточный человек 10 раз подумает, а стоит ли это делать. Не мешает ли вам стремительность юга вашей восточной неторопливости? Дело в том, что если так смотреть в историю, по-моему, украинские национальные традиции, они ничем не отстают или не опережают, скажем, азербайджанские. Ну, если взять так глубже заглянуть, то у нас практически все национальные традиции, они одинаковые. Может быть, где-то в каких-то пунктах, может быть, различия есть. Ну, я бы сказал бы так, если оценить так, ну, где-то 10%, наверное, есть отличие, и то это, наверное, отличие вероисповедания, да? Вот там мусульмане. Ну, вы мусульмане, да, здесь большей части христиане. Ну, хотя христиан, ислам, это как бы, по большому счету, если разобраться, это продолжение христианства. То есть вероисповедания, они как бы дополняют друг друга, да, если по истории так рассуждать. Но тем не менее, национальные традиции, обычаи, практически они не отличаются. Я бы не сказал. У меня супруга украинка, то есть я как бы
у меня получился проникнуть именно в традицию. Вы прониклись духом. Да, украинские традиции. Не только на слове, но и на деле. Они похожи друг с другом. То есть, ну, а то, что касается, скажем так, если ну, взять современность, если тут есть какие-то, скажем, собственные взгляды, субъективные взгляды каждого человека, может быть расхождение, наверное, в этом. А так я не вижу отличия, скажем, по большому счету. Да? Ну, еще в современности у нас молодежь как-то уже продвинутая, они уже как бы меньше стараются национальные традиции считать, чем современные. Да? Там они уже погрузились в технологии и так далее. Может быть, отличие в этом, а во всем остальном азербайджанцы и молодежь, и старшее поколение, мы стараемся, максимум стараемся для того, чтобы ни в коем случае не создать какие-то неудобства, скажем, другим людям, окружающим. Да? И одновременно мы встречаемся с остальными национальными общинами, у нас абсолютно нормальные, тесные дружеские отношения, мы развиваем это, ходим в гости друг к другу, празднуем вместе наши, и не только национальные праздники, и так, и что доказывает сюжет, который мы показали, у нас собрались все председатели национальных общин, вместе праздновали День солидарности азербайджанцев в Украине, в Николаевской области. Вот так. Город Николаев всегда был многонациональным городом. Как-то испокон веков, наверное, со дня основания принято, что здесь живут очень много представителей разных национальностей, и они всегда, слава Богу, всегда уживаемся вместе в мире и до сего дня. Аладдин Айдинович, будьте добры. Недавно у нас были представители вашей общины, мы говорили о том, что мусульмане, а так как вы являетесь мусульманином, вы азербайджанец, ждут того, чтобы начать строительство мечети. И, в принципе, это как бы вопрос уже практически решенный или до сих пор еще вопрос нерешенный? Очень наболевший вопрос. Я лично занимался этим вопросом несколько лет подряд еще. При покойном Владимире Дмитриевиче, он как бы добро дал. У нас был мечеть в городе Николаеве. Конечно, он и в парке Петровского. Да, был. Потом как-то, ну, в советское время, как вы знаете, что разрушили не только мечети, и церкви, и синагоги, и всех. Крушили все подряд. Да, крушили все подряд. Как бы вот этот атеизм, он оставил свои следы. И что отразилось на нашем мечети, на мусульманской мечети, были долгие дискуссии об этом. Потом получилось, что этот парк Петровский он был передан предприятию, которое приватизировали. Там, ну, там масса была таких моментов, которые острых углов, скажем так, которые надо было обойти. Мы старались, делали все для того, чтобы... Но так и не получился этот момент. А там сейчас вокруг, именно там, где мечеть стояла, вот это намоленное место, скажем, да, там получился, что вокруг и частные дома построены, и там построены есть другие строения для того, чтобы... соответствовало именно вот это место по архитектурным нормам, мы там делали много для того, там надо было что-то снести, надо было расширить и так далее и тому подобное. Но это в самом деле это потребовало больших финансовых вложений. Вот. Но потом, после долгих дискуссий, там решили, предложили три земельного участка. Три разных места, да? Да, три разных места для... Для строительства мечети. Для строительства мечети. Последний, потом получилось, что у нас мусульманская община есть там, они начали этим вопросом заниматься. Я занимался от конгресса азербайджанцев, потом говорили, что вот общественные организации не имеют права и так далее и тому подобное. Но были моменты. Так. Потом начали заниматься именно мусульманская община. Вот, честно говоря, на сегодняшний день я не имею информации, скажем, конкретно на чем они остановились. Но вопрос мечети пока открыт. Пока открыт. Он на первом месте.
Безусловно, мы стараемся и будем стараться для того, чтобы этот вопрос решить. Почему? Потому что самое главное, вот вопрос в том, что вот буквально минуту назад вы отметили, что вот многонациональный город, тут, понимаете, вот в современности, тут вот когда молодежь растет, они, как в том анекдоте, да, говорят, умные, красивые, не знают, куда подаваться. Половина, допустим, есть смешанные семьи, да, как, например, у меня. Вот. Вот молодежи надо определиться. А когда вместе имением, не имением мечети, скажем, церкви есть в городе Николаеве, а мечети нет. А тот, может быть, пошел бы он в мечеть, да, а в церковь не идет. Вот он, ну, мусульманин в церковь, да, и не он, пойдет, конечно. Не, ну, или в синагогу. Божий храм, это, я думаю, что это в моем понятии. Это субъективное. Не, ну, Аладдин Одинович, но все равно, но, тем как не менее, вы знаете, когда, есть когда какие-то моменты, мечети, да, конечно. Когда нет мечети, да, и молодежь где-то разброд шатания, вот, и такие моменты, конечно, оно отражается потом на будущем этих детей, скажем, когда уже подрастают, на жизни этих молодых людей. Вот. Естественно, учитывая такие моменты, такие неотложные моменты, скажем, их нельзя откладывать на завтра, на послезавтра. Но сегодня мы занимаемся этим вопросом. Я объявил, что все, что в наших силах, мы будем помогать, делать все для того, чтобы... Ну, пользуясь случаем, я обращаюсь к городским властям, к господину мэру. Прекрасный человек, кстати, я хочу сказать, что сегодня нам в городе Николаеве, городу Николаеву повезло с мэром, который сегодня молодой, энергичный, делает все для того, чтобы наш город действительно стал краше, делаются дороги, строятся сады, ремонтируются и так далее. Ну, надо просто, я обращаюсь к тем людям, которые все время критикуют нашего мэра Сенкевича, но критиковать это дело такое, не лучше, да, лучше бы взять человеку хоть чуть-чуть в чем-то помочь, поддержать, чтобы он мог дальше продвигаться, да, в этих лучших, прекрасных делах. И поэтому я обращаюсь и депутатам нашим, масса, ну, найти возможность рассмотреть этот вопрос, потому что это вопрос сегодня не только надо мусульманам, это надо нашему городу, городу Николаеву, полумиллионное население, ну, чтобы уйти этих, я бы сказал, вот так, острых углов, и для того, чтобы воспитывать молодежь, будущее поколение в правильном русле, ну, мечеть надо. Это безусловно надо, потому что, скажем, 70 лет наша советская власть занималась атеизмом, к чему мы пришли, все равно вероисповедание, оно неискоренимое, так надо поддерживать. То есть каждый человек, как наш бывший президент заявил в свое время, каждый человек идет своим путем к Богу, да. Поэтому это вопрос главный. Я прошу всех поддержать нас в этом отношении, чтобы решить эту проблему. Ну, действительно, для того, чтобы с уверенностью смотреть будущее, это будущее должно на что-то опираться. А опираться оно может на хорошую основу, и как было в Николаеве до революции, была и мечеть, и синагога, и несколько, и церкви православные, и костел католический. И все, кстати, жили и не очень-то и тужили при этом. Поэтому мечеть – это, конечно, и культурная, и просветительская, и... Ну, а самое главное, конечно, духовное сосредоточие всех мусульман. Будем надеяться, что нас слышат вместе с нашим сегодняшним гостем. Аладдин Одинович, вы знаете, вот мы смотрели сюжет, который рассказывал о том, как праздновали азербайджанцы Николаевской области День солидарности. И все, у кого моя коллега брала интервью, все гости говорили о необходимости... быть вместе и при этом дружить и ни в коем случае не ссориться, потому что, ну, между вами ссор, вот те гости, которые были у вас, ссор не может быть. То есть все призывают к миру.
Вот я хочу вас спросить, вот как мудрого человека. Все призывают к миру, а даже такая есть поговорка: хочешь мира, готовься к войне. Вот как это? Я помню такую передачу, такое было интервью у Железного леди, вот премьер-министр Англии Маргарет Тэтчер задали вопрос, говорит, а зачем вам атомное оружие? Говорит, она ответила, говорит, чтобы вы вот так сейчас, вот шепотом именно вы говорили со мной, разговаривали, да? Поэтому вы абсолютно правы. Конечно, допустим, скажем, 3-4 года назад я бы, может быть, с вами не согласился бы в этом смысле, что хочешь мира, готовься к войне. Но сегодня факты доказывают, это, что это именно так. Понимаете? Ну, вот эта братоубийственная война, которая сегодня вот на территории Украины, вот это, конечно, заставляет задумываться. Действительно, надо готовиться к войне, если хочешь, чтобы был мир. Конечно, это же опять, может быть, упущение наших политиков великих там, что допустили вот эту проблему. Ну, в принципе, если по большому счету разобраться, у нас вот к чему мы, человечество должно стремиться, чтобы не допустить вот таких моментов, да? Вот брат брата стреляет. Это, ну, уму непостижимо. Уму непостижимо. Вообще, ну я не мог думать, я даже и мне сниться не могло такое, что вот на территории Украины вот может быть такое. Понимаете? Поэтому, чтобы не допустить таких моментов, сегодня надо начинать, никогда не поздно начинать ту процесс для того, чтобы был мир, надо и людей воспитывать, и воспитывать общество, воспитывать будущих поколений в том духе, что все-таки лучше пусть будет плохой мир, чем хорошая война. Да? Плохой мир лучше доброй ссоры. Да. Поэтому, что и наша община, что и азербайджанцы в свою очередь делают, каждый на своем месте. Бывает, конечно, молодежь там где-то бывает какие-то раздоры, но я думаю, что это не... Но раздоры, понимаете, когда раздоры, допустим, из-за девушки или за парня, или еще что-то там прав, не прав, но когда раздоры возникают на национальной почве, это страшно. Слава Богу, в Николаеве и я на своем месте, скажем, и ребята, и наше правление, и Ахсакалы, и у нас молодежные организации есть, у нас культурный центр есть, который возглавляет тоже наш Ахсакал. Мы все на своем месте стараемся, делаем все для того, чтобы таких, как бы скажем, да я уже сказал, что острых углов обойти, чтобы не были такие моменты. Естественно, слава Богу, наша молодежь прислушивается Ахсакалу, это тоже национальная традиция, если... У нас покойный Дмитриевич, все, ему нравилась фраза, говорит, на Востоке так, старший сказал, младший умер. Ну, как бы шутил так. Вот у нас, если старший сказал, то младший должен слушаться. То есть старший никогда не желает молодым поколениям плохого. То есть они всегда их тянут на правильный путь. А как вам удается, несмотря на стремительность сегодняшней жизни и размывание некоторых приоритетов, все-таки удерживать свою молодежь в уважении к старшим? Вы владеете неким восточным секретом? Не, ну это секрет, наверное, молоком матери передается, поэтому... Или это генетически? Это генетически, это тут никакого секрета нет. И, наверное, я бы сказал, у украинцев тоже эта традиция есть. Ну, буквально, допустим, заглянем в столетнюю историю, чуть-чуть 100 лет назад, вот один век, да? Но когда, как было, батька сказал... Все закон. Не так разве? Так. Поэтому сегодня, конечно, вот в современности, чуть, как вы говорите, есть какие-то разбежности. Я думаю, что они незначительны. Все равно в человеческом разуме, в человеческом понятии они остались, эти национальные традиции. Это как мы называем национальные традиции, это абсолютно нормально, присуще любому нормальному человеку. Это общечеловеческие, это общечеловеческие традиции, скажем, отношения, и ценности. Ценности, которые должно быть. Ну и как нас воспитывали, что надо смотреть друг другу в глаза. Да.
Другие ценности нам не подходят. Да, спасибо вам большое, Аладдин Айдинович, что вы пришли к нам в студию, что рассказали о вашем, что еще раз напомнили, конечно, и о вашем конгрессе, который с уверенностью, с успехом, слава Богу, живет в Николаеве. Дай Бог, чтобы и в дальнейшем так было. Друзья мои, сегодня, понимаете, да, вы хотите еще раз обратиться, у нас есть секундочка. Пользуясь случаем, хочу всех николаевцев поздравить с наступившим Новым годом, со всеми праздниками. Дай Бог каждому здоровья, семейного благополучия, счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, всего самого-самого наилучшего. Самое главное, как кажут в нашей родной краине, нехай сбудутся все ваши мрии. Спасибо большое, Аладдин Айдинович. Друзья мои, а тем более, что для того, чтобы сбылись ваши мечты, сегодня очень замечательный день, крещенский сочельник. И говорят, что если загадать желание именно в крещенский сочельник, в ночь перед крещением, а это желание обязательно сбудется. У нас сегодня в гостях був голова Конгресу азербайджанцев Украины у Миколаївської області Аладдин Магирамов. Я с вами прощаюсь. На все добре.